14 ноября в зале городского управления состоялась очередная сессия городского собрания силами. На повестке дня стояло 4 вопроса. Утверждение численности состава силамиевского городского управления. Центристская фракция предложила оставить тот же численный состав, что и в предыдущий созыв, то есть в количестве 5 человек. Фракция «Избирательный союз Сависара» предложила ликвидировать должность одного из вице-мэров и члена горуправы, то есть состав ее сформировать из 4 человек. Большинством голосов было решено сформировать состав городского управления из 5 человек. Мэр города Тылис Кальберг внес предложение утвердить в должности вице-мэров и членами горуправы Татьяну Иванову, Эви Пасмия и Алексея Степанова, членом горуправы Андрея Бирова. За предложение Кальберга проголосовало 15 депутатов, против 6. Александр Канев освобожден от должности вице-мэра, члена горуправы. Ему назначена компенсация в размере 6-месячного оклада. Выборы председателей постоянных комиссий городского собрания. Центристской фракции было предложено 8 постоянных комиссий. Такое же количество было и при прошлом созыве. Депутаты от списка Сависара предложили создать еще одну комиссию по вопросам квартирных товариществ. Предложение было большинством отклонено. Была создана избирательная комиссия, и депутаты приступили к тайному голосованию. По итогам, председателем комиссии по развитию стал Александр Канев, заместитель Араик Карапетян. По городскому хозяйству Александр Быстряк, зам Александр Бондарчук. По образованию и культуре Алевтина Ермакова, зам Елена Коршунова. По делам молодежи и спорту Евгений Терентьев, зам Игорь Малышев. По социальным вопросам Валерий Кузнецов, зам Ирина Турбина. Финансовая комиссия. Председатель Валерий Абрамович, зам Инна Дмитриева. Правовая комиссия. Председатель Дмитрий Лет, зам Михаил Соколов. Ревизионная комиссия. Председатель Андрей Жога, зам Валерий Абрамович. Следующая сессия городского собрания состоится 21 ноября. Подходят к концу строительные работы на бульваре Мэре. У самого побережья венчает бульвар роскошная ротонда с беседкой. Строительные работы продолжаются, и до торжественного открытия остается немного времени. Бульвар Мэре – излюбленное место отдыха горожан. Мы продолжаем рассказ о действующих предприятиях и фирмах нашего города. Сегодня мы посетили одно из крупных предприятий силами – «Норвес Металл». Здесь, как и прежде, изготавливают контейнеры для разных видов отходов, а также негабаритные металлоконструкции.
Когда-то на этом месте был 9-й цех сланцехимического завода. Жители города помнят, наверное, это производство. А затем на базе его выросло предприятие «Норвес». С 91 года мы существуем и работаем. Вначале производили продукцию для сланцехимического производства, но постепенно перешли на производство оборудования для утилизации отходов. И с тех пор производим различные виды подобного оборудования. Время требует изменения технологии, нового оборудования, и мы сейчас работаем над этим. В частности, в прошлом году внедрили сварочные тракторы, которые вы могли увидеть, новые схемы покраски, тоже новая технология, установили новый 500-тонный пресс, гибочный пресс, 6-метровый, который позволяет изготавливать совершенно различные детали и очень поможет нам в будущем. И ждем установки новой сверхточной плазменной резки, под которую сейчас готовим площади. Игорь, ну в этом цехе я впервые, в покрасочном цехе. Да, сейчас мы находимся в покрасочном цехе, который был запущен в эксплуатацию в этом году. Он оборудован системой подогрева. У него хорошая вентиляция, и он позволит нам пропускать гораздо большее количество изделий, которые будут отправляться, чем мы делали раньше. И условия работы для маляров, безусловно, здесь будут гораздо лучше. Кроме того, в этом году мы запускаем новые душевые, новые раздевалки, которые улучшат бытовые условия наших работников. Меня зовут Александр Савалайнин, Норвес Металл. Я работаю сварочным координатором. Работаю здесь порядка 2 месяцев. Пришел для того, чтобы немножечко улучшить здесь качество. У меня есть для этого образование и опыт. И надеюсь, что у нас будет скоро новые виды продукции. Предприятие «Норвес Металл» работает на рынке у нас более 25 лет. Значит, основной продукцией предприятия являются контейнеры и сменные кузова. Также мы выпускаем компакторы, это прессы для отходов. Вот. Выпускали навесное оборудование для шасси, это оборудование, которое перевозит контейнеры. Вот. И, значит, поставки у нас в основном идут в Скандинавию, это Швеция, Финляндия, Норвегия. Но среди других стран у нас есть такие экзотические страны, как Исландия, куда мы отгружали первый корабль из Силамяйского порта. Более 400 единиц продукции отправили, и клиент доволен, продолжаем с ним сотрудничество. Поставки делали в Объединенные Арабские Эмираты, куда поставляли на такие суперсовременные торговые центры, прессы для отходов, биоотходы, жидкие отходы. Вот. Значит, делали поставки в Грецию, в Испанию. Вот. Конечно, они не часто, но они бывают. Наряду с этой продукцией мы также делаем огромное количество обычных стандартных сменных кузовов для нужд металлоломщиков, строителей и перевозчиков мусора. Одиннадцатого ноября прошел юбилейный для Эстонского союза тэквондо чемпионат. На нем, как всегда, встретились спортсмены высокого уровня, чтобы обменяться опытом, получить билет в сборную команду страны. Всего более 180 спортсменов. На открытии соревнований выступили глава города Теннис Кальберг, вице-мэр Эви Пасния. Открывал соревнования президент Эстонского союза тэквондо Михаил Кылвард. По итогам финальных выступлений до 80 кг среди взрослых уверенную победу одержал Игорь Александров из клуба «Квон». Замечательный тренер и хороший спортсмен из Силаме. Награждение в течение соревнований проводил вице-президент Эстонского союза тэквондо Валес Удрас. Yeah!
уважаемые горожане, в связи со строительством объездной дороги домик отходов теперь находится на улице Сытке, близ бывшей заводской автобазы. Здесь, как и на старом месте, находятся контейнеры для строительного мусора, а также контейнеры для сбора стеклотары, тетраупаковки, бумаги и картона и для бытового мусора. Уважаемые горожане, в городе действует уникальная система сбора бытовых отходов. В дополнение, в разных частях Силамая установлены контейнеры. Соблюдайте чистоту. Чисто не там, где убирают. Чисто там, где не мусорят.